тоже, если шаришь, побить, но чтоб кинетика не упал. Че, все, погнали. Можете, что хотите делать, но чтоб кинетика не упал. Непобедимые воины короля Лича. Теперь наши силы едины. Господа, был досадным недоразумением. Сила сферы позволит Валанару свершить обещание. Медики разбежались, выпали. Твоя чаша полна. Прольется кровь. Насладитесь болью. Твоя чаша полная сфера. Эти этого келя. Точечно. Ищите хорошо, там две сферы. Мирите осторожно, там выход. Стойте в квадрате и не отлетите. Бить толдорам. Толдорамом смертные, ибо силы. И немного там выход. Прольется кровь. Моя чаша полна. Веди. Бывает ли Валанар? Бежали, гнили. Прольется кровь. О, кинетика упал. Вторая. Сните, Павш. Кто говорит, я шарю там, все дела. Да, рольте это. Завершал. Как плащ, роль. Дам командиру покаяние. О, командиры самое бесполезное, на лейтенантом давать. А еще есть контроль? Танковский. А, я понял. Похуй, да? Еще контроль есть какой-то? Второй плащ. Ну я могу новую дать. Ты написал, кстати, что ролит на просека. Передай, передай Белину. А он писал Даркасу на танка ролит? Да, он писал. Ладно, пусть дает обмен. Чё? Ну как бы он тоже нам танчит, там редко все дела, как бы не просто так отдаешь. Ну если писал, какие-то, блин. Thank you.
Чё, отними тогда этому смарпю. Ну все сделал. Чаржится, да? Будут мои любимые мобы. Буду раздавать, они в круг не забегают. Они, кстати, могут забагаться в текстурах. Будут под потолком там висеть. Кильки там как у них в конце отдали дюдбал. Дайте фулбаф, рыбку поставьте, если кто-то умирал. Да, если есть рыбка, дайте. Спасибо. Президент, ешь рыбу стал. Все, я тут нормально все. Все удивительно, один ДК в рейде просто. И ноль СВ, ты понимаешь, ну, представляешь это себе войд? Начинается там. Фантастика. Это было неразумное решение. Спак, разведите с базы, берем более вверх. Там за глыба, иди, беги. Чё, пусти меня, да? Плиз, если не влом, мочилу получу. Я уже хлопал, кстати. Ясно. Ну тогда потом меня упусти. Глядите, сбери на весень для боливяр. Подбеги. Бомок прожан. Да, я карту дал. И БЗ. Дайте крик на КП. Это поставьте кто-то в центр. Кто не поставил?
Кралька, место хило в центре. Минитесь. Давай. Разбегитесь. Жестко. Две минуты КД. ГЦ, блин. Милики, отойдите служи. Сам сефер будет. Опа, ГБР протопал. Подними краков с ногтью. Без ногтью. Ебать. Дело пахнет керосином. Президента спрашивает. Это добил. Это гимн на ману, там хилов маны нет. На пути танк, что ты делаешь тут? В смысле? В прямом. Ты думаешь, что тебе объяснять надо? Не, просто мне резко. Кто-то к тебе резко, и сразу отбежал Мелизону к себе туда. А не стоять. Я искал место, присматривался. Не прошло. Ролки завоеватель ярости. Там вроде один забирали. Ну. А, они оба забирали. Лучше умереть сейчас, чем опять. Гуливерка забирала завоевать. А, это уже ты, ну все. Дайте бафы, присты, лапу. Стая выключать. Пристабав и лапу дайте, пожалуйста. Приводите их сюда, и мы вам поможем. Ну, на моей станке кулите, что стоим. Пацаны, а по какому принципу у вас конь ролится? По усмотрению рейда. В начале рейда объявил принцип ролла коня. Первый ДД, который будет за весь синс, будет ролить конь вместе с танками и хилами. Ну, то есть, грубо говоря, первый не АФК-шащий. Человек, который не АФКаш. И все. Как хорошо, что я всех коней собрал на своих персов. Да. Поэтому некоторые ребята, да, так на трэше прям активничают, капец. Фласки юзают. Они, видать, коней забрали, дали за эпоху. Это вы прикольно, по идее, придумали, я такого ни в одной гильдии не видел.
то ли еще будет. Ты увидишь тут такое, что ты нигде не увидишь, блядь. Ты когда на собой видел, как называется, тринг? Колбу видел на сове когда-нибудь? Да-да-да, на сове колбу. Не камни, а дух у кого-то был, уже забыл. Не, у него же. Да не, не камни, там же шмот был на коте, на дух. Да-да, бля. Там было жестко. Хули я на КС одевал, блядь? Чтоб Геру взяли? Зато вы разбили. И никого туда, да. Бейте, полководцы. Паладин и кулак по себе дайте. ГКД там, по идее, должно нет, быть. ГКД тоже нету, когда прока, это 10. Серьезно? А раньше было. Раньше было, потому что не знаю, не работал. Появляется, ну типа, буря полностью должна аннулироваться, то есть ГКД не... Ты сейчас я заметил, что палы сейчас по мане, да, садятся? Ну типа, раньше не было. Если ты в приоритет бурю ставишь, ну первым, не через печать в приоритет играешь, а... через бурю, по мана садится. А как буря резает твой ман, интересно. Спекайся, фибрилляция в хила, в порталах, три эр-шамана и воид на рейде Гулливерка и Кракена Казабр. Не так, в порталах 5 хилов, а Гулливерка на рейде. Видите, я сейчас хила переоденусь. Это 6 хилов, ладно. Летать за... со столбом будете летать, я ему звезду дам. Не, убери. Брать звезду? Да. Серьезно, берет грубо. Ультрашамой будете летать. Дайте роги бафы, кулак, каску, приставав, лап. Кулак, роги. Какой у меня хулипан уже охуенный. Хорошо, Вой, дай кулак по роге. Ой, Ресимлес, дай кулак по роге. Сейчас, пона. Себе кулак баф. Говорят, если почарить шмот, то еще этот круче становится. Какой шмот? Который тебя не зачарил. А, да это хуйня все. На инту я зачарил. Там еще не 577 может получать. Слава, я же линковал тебе, ювелирку, что там тебе надо было? А я уже сделал камень. Кристин, да сдай кулак по роге. Сколько раз я буду просить? Миллион? Да войд кулак дает. Я каски каски даю. Дайте рыбу, пусть там хохманы это пьют. Давайте так, Войд, Ресиндас, три шамана летают. А Гулливерка и Кралька хилят Вальку снаружи и
и райд, соответственно. Давайте чекнем. А кто будет внутри хилить? Что? Ну, внутри кто будет хилить? Так же я сказал, Войд, Ресиндас и три шамана. По порталу Гулливерка и Кралька остаются тут и хилят райд. Все готовы, погнали. Не бейте приоритет. Какие мне слева сыграли тогда? Ну чё, подавить или бейте. Гонь слева. Видите, любите. Наверное, рост после этих порталов. Керк, выбирай Вальку, давай идем на ХП. Песня тебе на их тупо. Кто на синдре в хиле будет? Ну ты оставайся в хиле, ролики, кольцо, фибрилляция в Элли набрал. Ну это кольцо. Помоги. Так, погнали. Надо сапоги.
Если да, тебе Верзила передаст, но ДК не носит эти сапоги. Ну, если да, то передай Верзила. Это штаны. И тебе отдам. Или ему штаны надо, или что ему надо? Ты говоришь, сам какие-то штаны. Тогда Верзила передаст тебе ступни, а тебе я отдал штаны, потому что штаны никому не надо. Там их пылишь, не знаю. Кстати, шкаф к Ральфусу, на нем она отстала. Я тебе не давал ГП за тем. Локи, ханты, привезите этот маленький трэш сюда, здесь удобнее бить.
Эти оковы, блин. Спами, спами. Спами оковы. Чуть бежали, захильте кральку, только захильте, чтобы она не умерла. В квадрате стоим в кучу, уберите тотемы только. Глупцы! Зачем вы сюда явились? Ключ. Все, спускаемся. Войд в хиле, фибрилляция в элеме. Все есть. Давайте бабу поправим. Чек на бабу и готовность. На первой фазе стакайте с магией, пофиг, там до 10 стаков. Потом убежите, скинете, потому что я хочу, чтобы мы быстро перевели этого босса. Ультрашам. То все готовы, Хризи готов, переодел шмот, смарт-кью, переодел шмот. Каски у всех есть там? Баром, да? Каску, каску, все, все готовы, там, начинай. На пулу, на Хризи даем. Just punch. Тут начинаем обмениваться триксами каску где-то на 50% у босса. Кому каску кулак? Кату. Тип кату каску кулак. Каску кулак, пожалуйста, почитайте. Слушайте, ты чё такой кипишной, дядь? Ты всем драгосом сильнее. Беги, малышка, беги! Жаль, хвала, давайте бей. Смотрим глыбы. Не добегу наверху. От меня, блядь. Смотрим, где падает. Глыбы до 200 тысяч подбиваем. Я не вижу, я в глыбе. Между скрепами. Возле глыб. Звезду сильнее подбейте. У звезды 3 левой дома, стороны, по центру. Бейте самые левые и самые правые. Бейте, сам подобью, не бейте. По центру. Разбивайте звездочку, ударьте хорошо. По звезде заиграйте. Немного на рейд поверни, Хриз. Немного на рейд. Там.
Смотрим, сейчас притянет. Беги, малышка, беги! Бежал. Тигер. Герл. Кайтесь с магией, пофиг. Здесь ваше вторжение и окончится. Никто не уцелеет. Метки вниз. Где падает, падает между скляпами где-то. Слева, справа, справа далеко. Подочку бейте, справа близко. Треугольнику стопните, справа близко. Сбивайте. Сейчас ничего не стакаем. Плота под босса, милики ушли, не разбиваем. Ой, разбиваем точнее, следующую не разбиваем. Не хлопайте. Сейчас не надо хлопать. Вот сейчас не надо хлопать, можно было хлопать на первой фазе. Смотрим, следующую под босс. Спанк под босса, милики ушли. Прохильте джаспанк, у него есть ей висит. Не разбивать. Как ты заебал? Добивать. Смотрим. Добивайте. Следующая в сторону. Кьюзар в сторону. Чем сдох в метке? А, разбили. Кьюзар в сторону. Разбейте. Следующая под босс. Под босс следующий. Или сунели под босс. Эти стаки, следующая опять под босса. Убивайте резче, чё вы, блин, под босса. Небесный под босса, милики ушли. Давайте. Следующая под босса. Кто-то под босса, милики ушли, не разбивать будет притяжка. Убежали. Куда не успею. Разбивайте. Разбивай. Кралька под босса, милики ушли. Ушли, милики. Скидывайте стаки, разбивайте. Следующую в сторону добивайте синдергос. Бейте, ну все, на стаки, стакайте, бейте босса. Харзул в сторону. Все в сторону. Пин там ГП на Казара. 200-очку. Вот ты педер, блядь. А кто вот это последний поток так набрал? Кто? Наверное, я. Красавчики, вообще не знаю. Ну, разрешите. Поэтому надо было убегать на тапках, как я сделал. Ну, ГЦ теперь не реги тратить на каску. Босс убивает нормальный так. Это ну-то кольцо малигосовское. Будете завоевать. Давай второй.
Тропикилас еще есть. Тебя приколи, Ох, не найден, а где он? А, он духом где-то ходит. Все, давай мне, давай мне. Тризи, а ты что сделал, то просишь ГП? Ну, умер на притяжке. Давай, давай. Тупо. Ты не поставил борт, что ли? Мы с бульверкой по одному. Закончился просто. Так мы ж не умерли. Чё ты мог? Какая разница? Давайте на ничего. Остался только Вич. Где не падали, да? А как хотите. Ща упадем? Нет. Что, нет, не упадем? Сколько... Сколько там времени с лорда прошло? Час? С чем? Час 43 минуты. Пула ребра. Чё, в ретрик? Да, в ретрик. Гульверка... Ультрашам, столб и кралька хилят Вальку, фибрилляция или... Каску порогом обновить. Мирики, вы стоите в квадрате. РДД стоят в звездочке. Чему Гулливерка, ты сможешь продиспелить чему? Это заклинание еще не готово. Надо подождать. Я пока не могу прочитать это заклинание. Ультрашам, ты сможешь продиспелить чему? Ультрашам, ты чему продиспелить сможешь? Столб, ты чему продиспелить сможешь? Да, да. Ну тогда столб продиспелить чему? Чек на готовность. С кулаком, давайте выпейте фласки. Первый стан... стан первый дает Resindentos, это кружочек. Void дает второй стан, это ромбик. Белин дает третий стан, это треугольник. Smart Q будешь давать на второй волне кружочку стан. Я буду давать ромбику на второй волне стан. Just Punk трусам на второй волне стан. И третья волна Resindentos, Void, Holy, Белин. Четвертая волна Smart Q, Just Punk, Nerion. И пятая волна. Короче, не парные. Три паладина и парные протопалы двороги. Вы поняли, чё кому станет? Что потом... Я не был, я забыл, я не того застанил, я лох. Кругляшки, дал, кругляшки у меня. Гнев небес давать только по команде. Нет, ты готов? Не надо каждую стан. Коня на лед. Запустил РДД в звездочке, милики в квадрате. Все, запустил, погнали. Неужели прибыли наконец хваленые силы света? Коня намыло. Бросить ледяную скорбь и сдаться. Война на кисель. Мы даруем тебе быструю кисель, кстати. Более быструю, чем что, ты да ты что? За то, что на Руси? Задай вопрос, из чего на ней этот на древней Руси готовили. Он вообще кислый, короче, был. Ну, изначально его это на овсяной крупе готовили. Кого кисель? Что там, да. Самогонку хотел сделать? Он, короче, ну, бродил 12 часов. Его замачивали с водой. Там. Добавляли либо мед, либо ягоды. Тогда он не кислый был, такой сладенький был. Никто сейчас не знает, что там на Древней Руси было. Историкам написали, вы поверили, блин. Не-не, ну, блядь, откуда еще крахмал там брать? Ну ладно, действительно, где крахмал можно купить в магазине. У вас что, там крахмал не продается?
ловушку. Эти перебежали в квадрат, стали. В квадрате стоим. Смотрим чмари сингус. Диспал, смотрим, сейчас ловушка перепутал. С чумой, милики, милики перебежали в квадрат, стали. Милики, резче! В квадрате. Тоже смещайтесь немного. Смотрим ловушка. Милики перебежали в квадрат, сталь. Стоим в квадрат. Хризи, подойди ближе, не надо так леча далеко отводить. Баш, чума. Спел. Милики перебежали, стали в квадрат. Тут дальше трэш проводи. Харь вышел. Ловушка, милики, стоим в квадрат. Ма, смарт кью диспел. Смотрим ловушку. РДД, милики, стоим. Лича может к порталу провести. Там капли надо ревностно. И капли на протоп. Лица зубы, дай ему зуб. Там капли. Смотрим ловушку. КРДД, все на край, милики, идите за квадратом, за квадратом. Проводи дальше трэш. Она милика. Какой дебил не может увидеть квадрат? Дебилы Хризи улетели. Что с тобой, ДК? Смотри, Лич охуел. Смотри на Лича. Как Ралька в фрейм пишет, диван. Смотри, Лич. Плохо, блядь. Какой диван. Ой, Кора, блядь. Три здесь с Белином и летели на ловушке. Мне кажется, ГП надо дать. Ты, по-моему, тебе надо крахмалом почту выслать. Ну, посылочкой, если сегодня продается крахмал, это вообще печально. Ну, печально. Как? Ну, Хризи, вот скажи мне, пожалуйста, ты не мог в квадрат отойти или чё? Ну, что ты делаешь? Вот скажи мне, пожалуйста, какого хуя ты забегаешь тупо в ловушку? С тобой ещё какой-то ретрик тоже, уникал. Блин, я же говорю. В смысле? Я тебе говорю, для тех, у кого графика на минималке, на мне стоит квадрат. Или ты квадрат тоже не видишь на своей минималке? Какого хуя? Ты и Ретрик улетают. Я бадок только в сортире вижу, блядь. То не всегда, да? Был случай. Чё, когда с бадона в сортир заходишь, мне лично похуй, где там этот бадок. Дайте фулбаху, я ну спрашивал в начале рейда, танчил лича. Ты, блядь, лича подводишь тупо к протопалу. Ведёшь, я сейчас его покажу, как ты его ведёшь. Пуните его, я ему сейчас покажу, как он лича вводит. Пуните на сумму. Далеко ловушки расставляет. Смотри, вот тут ты водишь лича, где я сейчас бегаю. Какого хуя ты его тут вообще водишь? Он тут не должен быть. Он должен двигаться по этой линии. Смотри, тако. Вот так он должен двигаться. А ты его, бля, тупо к протопалу проводишь. Я же спрашивал в начале рейда, ты танчил лича? Не люблю, когда пиздят, ну, блядь, скажи, что я не танчил лича, я тебе расскажу, как танчить, вот нахуя вот такое вот делать? Дайте фулбаф. Я
отвечаю, вот если вот Лич не будет стоять вот на этих вот хуйнях, я дам тебе 500 ГП, он должен стоять всегда на этих хуйнях. И к протопалу приближаться. С каждой хуйней им к протопалу прибежать. Баш, когда выносил чуму, он тупо, блядь, шаг сделал и уже вынес чуму. Ну это что за параша? Даже не чаржился, я видел, он тупо такой стоит с кучей тряса, делает шаг, с него диспелят чуму. Пиздец, охуенно. Дайте кулак порой. Синда, сдай кулак пороги, бля, я сказал уже один раз, кулак уже должен был повиснуть на мне. Повестка прийти на кулак. Все, ребят, тут этот, милиции долго разбирались. Ни хера себе, что это за тетная полоса такая. Хочешь, дам, тоже будешь рисовать? Да, у меня есть белый, по-моему. Как это называется? Сигнальный? Я запустил. Линкани это. По этим сигнальным херням вам надо вести Лича. Прибыли, наконец. Хваленые силы света. А на каком скиле она учится? Линжа. Из чего делается, ну-ка? На твою милость, Фордринг. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем мучить, ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти... Зеленая, белая, беловая. 335 скилл надо. БКшная. Да как ты бочка? Ты, блин. Кстати, когда РДД будет бросаться ловушки, когда на РДД бросаются ловушки, то пофиг, как Лича вводить, хоть влево, хоть вправо. Просто сейчас все ловушки на миликах, и БДК прижался к протопалу. Это прикольно, баш тупо чину, чуму за шаг, один шаг сделал, вынес чуму, начинаю. РДД не прет, ставит квадрат. Милики. А милики квадрат перепутал. Распан, чума, диспел. Ловушка. Смарт-кью все двинулись, ставил квадрат все. Давайте квадрат, милики, танк проводи. Смотрим сейчас ловушка. РДВД, милики, стоим. Ну, смотрим, вынести чуму обязательно. Чума, гулливерка. Диспел с ним. Смотрим, сейчас РДД, миликов тоже проводи. Давай квадрат все. Квадрат, 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 речь. Еще вылез у протопала. ДДД. Давай сейчас после воет чума. Спел. Смотрим. Давай сейчас после ловушки ведешь к РДД зоне. По зоне Лича ведешь. РДД, все, давай. Двинулись. Все, квадрат. Давай, квадрат Лича поставишь. Танк, давай. Что дальше? Куда вы на край побежали, РДД? РДД, что за дела? Все, давайте, все на край, за квадратом, милики, за квадратом. Бейте Лича на краю. Баш, чума. Испел его. Добивает этот Лич на ловушке. Не будет, я первого духа напуливаю, Джаспанк, ты второго, я третий. Все, погнали. Нам протопало дух. Все шипы бьют сферы. Давайте я так скажу. Все шипы бьют сферы. Гимн на ману, пожалуйста. Гимн на ману, гулливерка, пой.
сфера летит, шипа. Это не нравится. Бой, дай сорву вот сейчас. Сфера, шипа, сфера. Почему она вообще приближается так близко? Что это за фигня? Протопал забирай, стали в квадрат, вжались все ближе к лечу. Лухан, сразу влей лужу. Лужу, хочу увидеть лужу под мечом. Отлично. А сколько она сидит? Давайте, погнали, бьемся, хвалькир. Я в треугольнике. Должен был ромбику даваться. Прикольно. Давайте по треугольнику заиграем. И по рамбу, по рамбу, по рамбу. Давайте Геру, давайте Геру, леча в центр. Все в квадрат, стрим в квадрате. Осквернение идет вправо, еще раз, осквернение вправо, рейд идет влево. Еще раз, осквернение вправо, рейд влево. Лужу, лужу. Смотрим. Расскажу когда, погнали. Трат. Бля, ну пиздец. Ставим по Валькира. Сланик, нет небес. Давайте, давай. Трусам, по трусам, по трусам больше дамаги. Все, лича, бьем, бьем лича. Фибрилляция, это не очень, конечно, вправо бежала. Ну ладно, давайте ставим все в квадрат. Осквернение на краю, и потом я скажу, куда что. На краю, все, давайте в квадрат, все смещаемся в квадрат, резче, все стали в квадрат, стоим в квадрате, леча в квадрат, все в квадрат, хилы, все в квадрат, станы, точечные станы, резче, осквернение, смотрим, перед вальками не бить. Разбежались, по кружку доиграли. Вот осквернение, бьем лича. Лича в центр. Лича в центр ставь. Будем сейчас в вальки будем играть. В квадрате, все будем играть в вальки, даем гневы небес и разбежаем, и я давайте по валькам, смотрим осквернение. Кружок протопал. Я знаю, давайте, бейте все, кружок, дайте стан по трусам. Сам за это играли. Почему они сейчас так быстро? Шамы, добивайте лича. Уже не было просто. Ничего не было. Все равно это быстро ускорились. Что, вары, подрезать ухожение или нельзя? Может, приз пытку будет спамить, нет? Или тотем поставят? 4 шамана, 3. Не залейте сейчас, как мне. Подавай, не будет осквернения, все стали в квадрат. Я первый напуливаю, Just Punk, ты второй и четвертый. Или первый и третий стали. Захилим, 3 хила нормально. Just Punk улетел. Полетел? Just Punk. А, я понял, тогда Хмели Сунели, ты напуливаешь второго. Я сейчас кого? Бейте шипы. Дух в рейде. Бейте все первого духа. Свата, свата, духа не бей. Не бей духа, свата, агро рвешь. Маны столбу. Давай, небесный, дай маны столбу. Духа добиваем с меньшим хп. Духа с меньшим хп. Все, все на край сферы убить, шп. Ты
тегаем за квадратом, как выйдем с комнаты, все РДД будут играть в духа, а Мирики полечу, встали в квадрат. Сердру ДЦ должны захилить. Тут встали. Еще длинные встали тут. ЦС, давайте ко мне. Не надо никому, встали тут. Может, дай кральки СС, Саня, после комнаты дай кральки СС. Стали туда. По идее, им надо и тотем после комнаты откадышиться. А, я знаю, поставим. Пока ничего не надо. Пока в столба 14 команд. Все, давайте. Амирики полечу, РДД по духу. Бейте. Лича на краю. Что за срывы агро? Вы чё? Небесный корзу. Небесный. Небесный. Правильно, под бича. Красава. Да я там поднимал просто его БР. Он не встает. Типа подымал и под лича сразу прыгнул, да? Видите, лича. Пизда, вы гоните. В квадрате бегаем. Давайте в квадрат, хилимся. Видел, как он. Там, конечно, небесный виноват под этой лужей. Но, блин, хан, тупо назад двигаться под лужей. Там отрыв не завязать, ничего не завязать. Это было весело. Ну ладно, стали тут. Тут стали. У нас минус 4, да? Ну ладно. Тут стоим. По квадрат стали. Духа просто бей. Много продвинулись. Выход из комнаты. Бейте луча, скорее смотрите. К квадрату. Все идут к квадрату. Ближе к квадрату. Воспринять. Все, в квадрате стоим. Лиги стоим в квадрате. Раптилос, я его ты гонишь что? Че ты стоишь там? За квадратом. Квадрат стоит, квадрат. Бля, да, я вас не понимаю, какого хуя вы вообще без команды что-то лезете, бля, стойте, просто бейте. Это пиздец. А я говорил. Говорил, что с лестницы спущу? Говорил. Я вас никогда не понимаю, когда вас, сука, не просят, вы что-то всегда хотите доказать. Стали в квадрат. Что, пробежали? Давай Сакру, Сакру. Стали тут. Вернее, смотрим. По квадратам двигаемся назад. Не к лечу, а назад. Там дух. Сука. Crazy Socks, красава. Из чарч, блин. Сказал сквернение чарджится в личата, пиздец, просто. У нас боливары, которые чаржились в Холиона, нахуй. Сквернение? Нет, на лезвие. Я через лезвие. Франко, все, бейте лича. Выходи, от духа тут бейте лича.
протяжился, блядь, куда угодно. Блять, для партия вообще сложно разговаривать, прочего. Чё, хавял его взрывай? Чё он? Пиздец, повезло, 5к хп было. Давайте, квадрат. Тут встань, бомба падает, стоим тут, пока она взорвётся. Зал, ну. Тут встань. Зал разбежал. Дальше двинемся. Ставим. Тут ставим. До конца тут стойте, добивайте, ну чё. Дупипа, да? Не, не будем. А по времени мы не идем 2 часа? Не успели. Все решения по Дупипа принимает РЛ и время. Я сказал, не будет. Зачем переспрашивать? Мне не нравится эта ваша игра. Мне не нравится, как ДК будет лич. Мне не нравится, что Трофикилас идет и хлопает духов без команды. Мне вот это не нравится. Вы не заслуговываете. Не шмот топовый. Не, я не знаю, что это. Нам нужно идти Кронос, реально, но сервер там уже, к сожалению, развалился, на Ванилу, идти на 4 всадников, чтобы вам там немножко по этому по-немецки рассказали, как надо жить, и тогда вы поймете, почему я так кричу. Я тут на офи хожу в рандомной рейде с америкосами, там с немцами, это пиздец просто. Я говорю постоянно фак, да? Я там, нет. То, что запомнилось, шли там 7 ключ, и что-то там чел сагрил, блядь, 2 лишних моба, просто трэша, 2 моба. О, fucking Russian, идиоты, танк клевает, нахуй. Это было пиздец. Плюс там нельзя ФКшить в ППшках, ты говоришь, я 3 минуты ФК, ну тебя сразу кикают, нахуй. Дай мне силу разбить эти оковы. Ну, счет классики ХЗ выйдет в августе, посмотрим, что там за 4 всадника. Ну, Джерри, он-то меня протащит там в своей гильдии. Ебать. Ты слышал, как он сказал, заслуговываете, блядь? Блядь, человек не обязательно обязан разговаривать на русском языке. Нет, ну, я в Украине. Блядь, я ничего не говорю, просто смешно. Ты в курсе, что в украинском и в белорусском языке есть У краткое, а не только И краткое? В украинском и белорусском языке смешно, да? А как звучит это? У. Вот так звучит? У. Же И краткое. Не, У как звучит? Хуй знает, что за У краткое. Плюс черточкой, что ли? Ну, у них складовые. Неужели украинской мови нет такой хуйни? Не, это же не знаю, что за слово, что он значит. Так ты и мову-то свою не знаешь, что там. Кто сказал? Кто ты сказал? Я сказал. Да ладно, да может быть. Следующий, завтра будут на украинском, буду релить. Сказау, уже У, краткое, но оно называется У, не складовое. Сказау. Конь. Я себе заберу. В шоке, блядь. 5 завоевателей, один защитник. Жесть. Вообще не говори. Больше завоевателя, ссаный завоеватель. Забираю. Еще один. По второму кругу топор.
Давай, Метриус. Против Глор. Давай, Глор, умрет. Метриус, рольте. Пойдет сегодня? Гоните дамаг общий с этого, с целка. Открыл вид, у краткой нет. Я же первый, ребята, я, смотрите. Так, оп. У тебя что, нету коня? Не, есть, но ладно, я готов кому-нибудь подарить. Или так нельзя? Это не значит, что ты его получишь. Значит, смотри, ты ролишь. Ролит Хризи, Смарт Кью и все хилы. Давайте, заролили коня. Ну, у Смарта есть. У Резиденса тоже есть. Все есть, пацаны. Носок выше, не по урону? Хаби отдал, пацаны, но хаба нет. Нет коня, скиллов. Белорусский, латинский алфавит, даже такой есть. О, коня у кого-то скиллов нету в рейде? Алло, 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 раз, два, три. У всех есть. Так, в Беларуси был латинский алфавит до того, как пришли пришельцы. Ну, когда при поляках были. Давайте просто присоедините сейчас, у кого нету коня, я хочу посмотреть. Милисунели, тирана, конь. Так, отдайте тебе эту лук. Что-то я дамага так и не вижу. Ребята, есть? Допустим, я добрый.